бросай мешок, я тебе приказываю! Бросай! Уйди. Надо знать, кто за нас и кто против нас. Мы обязаны понять это. Влезть каждому в душу. Мы должны себе точно уяснить, чем дышит народ. Трудно это. Вообще нам, туркестанским коммунистам, трудно. Дорогой мой, сейчас решается судьба нашего дела. Ленин просил приложить все усилия, только бы мусульманское население не отступилось от нас. Он считает, что все беды на Востоке происходят из-за недооценки национального вопроса. Дядя Утур, куда вы едете? Эх, дочка, не Утура ты видишь, а его тень. Не спрашивай ни о чем. Если ты желаешь добра моим детям, сделай милость, не задерживай нас. Отойди. Нет, дядя Утур, вы меня хорошо знаете. Пока вы не скажете, что случилось, никуда я вас не пущу. Не пустишь! Еще как пустишь! И подавись ты своим колхозом! Разоделась так беспутно, еще распоряжаешься. Ты что делаешь? За избиение члена правительства я тебя под суд отдам. Видишь? Ну все, садись, жена. Поехали. Дядя Утур, умоляю, верните. Хватит меня! Клянусь, я никому не дам вас в обиду. По горло сыть! Больше вас никто пальцем не тронет. Отпусти, не мешай! Вот посмотрите, я их в тюрьму засажу. Я их больше не боюсь, у меня теперь большие права. Отойди. Дядя Утур, умоляю вас, вернитесь. Прошу вас, не уезжайте из колхоза. Пойдем со мной, Искендер, пойдем. Не куда бойся. Ты? Не бойся. Куда ты мальчик увела? Рахмат, Рахмат, спасибо. Как вы стали сниматься в кино? Это было в 1967 году. Режиссер Болот Шамшиев тогда закончил фильм о Саяхбае Карлаеве, о знаменитом нашем сказителе Манаши. А я в это время писал портрет Саяхбая Карлаева. Я попросил, чтобы он мне показал этот фильм. В эти дни Шамшиев готовился снимать «Выстрел на перевале Хараш» и искал актера для главного исполнителя Бахтула. И совершенно для меня неожиданно он мне предлагает сыграть эту роль. И мы с Симакулом начали с азов, с этих элементарных этюдов, когда предлагалось нам, например, на внимание. Вот, Симакул, вот слышишь, что на улице? Он говорит, да, автобус проехал. Вот где-то хлопнула дверь. Какие-то вторые этюды там, типа, например, поймать муху. Ведь поймать муху тоже надо уметь. Это надо увидеть ее, вот она летит, вот ее схватить, вот ее вот так вот взять, посмотреть, потом отпустить, вот, или как-то еще. И вот так вот, в общем, этюды усложнялись, и в итоге, когда он пришел... Он хорошо делал эти этюды. Ну, вначале робко, ему было смешно, потому что часто люди, прежде всего, им смешно. Вот я артист, ну какой я артист? Но мне кажется, вот та методика, которая постепенно выработалась в ходе работы над фильмом, она принесла свои какие-то плоды. Мы очень страшились. Сцену, когда Бахтул теряет своего любимого коня, мы все время ее отодвигали, а потом уже было невозможно. Вот.
и приехали к этой сцене, которую долго готовились. И он накачивался, накачивался, накачивался. И в тот момент вдруг освещения не было. Но так как актер уже был полностью, как говорится, подготовлен, созревший, решили все равно снимать. Сняли два дубля. Обычно где-то Симаков в начале своей кинематографической карьеры делал где-то 5-6 дублей. Потому что ему трудно было раскачиваться. Значит, чтобы себя, как говорится, довести до какого-то вот такого состояния. Вот. То здесь он буквально два дубля. Погоди же, мрза! Вот бывает, что, знаешь, труппа создается, когда снимаешься. И вот какие-то люди ближе тебе, какие-то люди, может быть, и ты относишься к ним равнодушно. Вот как именно Семенкул был такой человек, с которым хотелось бы поговорить. И вот мы разговаривали, я его спрашивал, как он снимался. Он мне сказал, что он не профессионал-актер. Я даже удивился, что он не профессионал-актер, а просто, как говорится, любитель. Но играет как очень сильный актер. И даже сегодня мы не можем представить себе киргизское кино без Чукморова, как литературу киргизскую без Айтматова. У нас было 12 детей. Многим я обязан своим родителям. Мать была своеобразная, талантливая женщина. Билла Алакиис из киргизских артам, ярких. Моего отца в нашем селе звали Чохмур Уста. И действительно, он был великий умелец, мастер на все руки. Я у него научился трудолюбию и мужеству. В детстве я любил рисовать и играть на комузе. Когда я кончил школу, один из старших братьев мне сказал: «Будешь музыкантом». А другой возразил: «Нет, пускай будет художником». Я поступил сразу в два училища, музыкальное и художественное. Но позже все-таки выбрал живопись.
Я мечтал после окончания художественного училища поступать в Ленинградскую академию художеств. Я еще тогда был буквально влюблен в этот город. Думаю, если не поступлю, останусь там рабочим, кем угодно. Но решил добиться своего. Одним словом, я с трудом поступил. Я поступил в мастерскую Моисеенко Евсея Евсеевича, ныне известного советского художника-живописца. Ленинград сыграл большую роль в моем духовном становлении. Его архитектура, музеи и та атмосфера, которая нас окружала. Мне, как деревенскому парню, впервые попавшись в этот прекрасный город, безусловно, сильно потрясло. У меня в памяти это запало на всю жизнь. Естественно, о муже говорить сложно. Знакомы мы с Симонковым с 53-го года. Со студенческих лет, когда учились в ФХУ. Затем Ленинград. В общем, мастер, конечно, четверть века прожита вместе. Видимо, очень много общего у нас. Где-то друг другу уступали. Мужа с моей стороны, зная работу его, сложности. Возможность у него была, я всегда этому способствовала, как могла. И была рада за его успехи в кино. Ну, в общем-то, конечно, нелегко. Нелегко, конечно. Где-то мы, женщины, хотим, чтобы он был дома больше, общался с семьей. Вот такие банальные вещи. Не получается. Да, не получается. Комсомола. Это счастливое событие в моей личной жизни. Естественно, эта высокая награда обязывает ко многому. Это тот аванс, который нужно оправдать еще своими интересными, вдохновенными работами. Не получится. Получится. Меня на 7-й пули научили. Помнишь, дядя Ли? Помнишь. Хамраев. Так что такое вкусный. Приготовим. 7-я пуля в 72-м году была написана просто для Чакмурова. И я должен сказать, что очень многому я научился у Семенкова. Его мудрости. Его смелости в суждениях многих. Это честности. Честности. Это великий сын своего народа. Великий сын своего народа, который свой народ всюду прославляет и своими живописными произведениями, и на экране, и как просто общественный деятель. Это человек, который источает непрерывно доброту. Доброту. А за все это приходится, наверное, платить. Дважды в своей жизни я встречался с Семенкулом. Серьезно. Первый был чрезвычайный комиссар. Помню этого молодого, худого,
прекрасного Семенкула, который тогда еще, значит, вот говорили о том, что он не актер, вроде его профессия не актер, хотя жизнь доказала, что он актер. Он, дело не в образовании, дело не в дипломе, он рожден актером. Рожден был актером, он замечательный. И думаю, что одна из самых высоких достоинств, которые он принес в картину, это, как это ни прозвучит, может быть, примитивно, искренность. Он не актерствующий актер. Угу. Он живущий, он живой. Это все простые слова, но на деле это сложные вещи. Угу. Понимаете? Второй раз я встретился с Семенкулом в картине «Лютый». Это была, значит, картина Таламуша Акеева, где меня пригласили озвучивать Семенкула на русский язык. Уже был, конечно, зрелый Семенкул, уже был мастер. Вот логово. Смотри, сколько их здесь. Сейчас мы вам устроим пир. Получай, получай, получай. Это четвертый. Теперь они не скоро вернутся в наши края. Смотри, попрятались тут. Отойди! Слепой. Это последний. Сейчас пойдешь со своими братьями. Не надо! Что с тобой, Курмаш? Ну, подойди. Подойди. На, бери. Держи. Зачем? Ну, сопли распустил, как девчонка. Не девчонка я. Тогда бей его. Не буду. Бей! Не буду. Не будешь? Нет. Почему? Не буду. Что я сказал? Не буду. Эх ты. Дрожишь, как в лихорадке. Ты же сам просился со мной. Жеребеночек, мне стыдно за тебя. Дрожишь, как в лихорадке. Ты же джигит. Поехали. Мне часто задают вопрос. Что вам больше нравится? Живопись или кино? Я говорю, что изначально мое, так сказать, начинание в творчестве было, начиналось из живописи, с рисования. Можно сказать, профессиональному актерскому искусству все-таки помогло мое живописное образование. Если я бы не был бы художником, я вряд ли мог бы создать те мои герои роли на экранах. Разница только, на мой взгляд, в форме, а в содержании, ну, одно и то же. И там образ создавать в кино, и живопись создавать образ. Только в живописи, скажем, цветом, там, формой, краской, карандашом, линией, да. А в кино средство меняется. Меняется инструмент создания образа того или иного. То есть вам живопись была? Да, живопись. Потому что там тоже нас учили законам гармонии, красоты, видения красоты и так далее. Это же все близко, рядом. Только она разделяется, как я уже говорил, формой. Thank you.
Мы с Семенкулом работали в 4 картинах, как известно. Это «Поклонись с огнем», «Лютый», «Красное яблоко», «Улан». Я думаю, работа с ним для меня, как режиссера, были одним из счастливых моментов. Допустим, когда снимали «Лютый», до этого Чокморов играл голубых героев, там, лихих всадников, комиссаров, какие-то положительные образы. Джигитов, лихих. Но мы с ним договорились, что надо менять себя, попробовать и в отрицательных, и таких сложных ролях, как Ахангул. И самое поразительное, долго мы мучились, но он однажды мне пришел и сказал: знаешь, все эти дни я изучал волков, которых мы держали, их оскал, их повадки и так далее. И вот его, если зритель замечает, его роль и повадки волчьи. Вот тогда мы ключ нашли. И вот не было между нами в работе такой, я командующий, он исполнитель и так далее. У нас всегда было сотоварищество, сотворчество, сонаходки, что ли, от которых мы обоюдно получали удовольствие. Угу. Это можно сделать только с другом, близким другом, с которым не только делишься там замыслы по фильму, решение эпизодов, но и по всем жизненным проблемам. Я горжусь за свой народ, что имеет вот таких актеров, не исполнителей, а личностей. Ибо Чокморов, как известно, завоевал 4 главный приз как лучший актер за мужскую роль. Я думаю, это Чокморов как художник, как актер, это был подарок для всей кинематографии, для мировой кинематографии. Мне не пришлось искать актера на роль Джанбао для фильма «Дерсу Зала». Я видел несколько картин с участием Чокморова и сразу же решил для себя, что он наиболее подходящая кандидатура. Я не ошибся. Чокморов сыграл прекрасно. Японский зритель высоко оценил мастерство Чокморова. Он принял его как прекрасного актера. Встреча с такой личностью, как Акира Куросава, конечно, для любого человека, по-моему, это событие запоминается на всю жизнь. Я даже писал его портрет. Он с удовольствием позировал. Ну, во время этого сеанса мы беседовали. И вот как-то так даже вот подружились. Переписываемся. После, когда я был в Японии, он мне вот подарил вот эти книжки о японских художниках. Самый дорогой подарок для меня. Он даже говорил, что мечтал свести нас вместе с Тосиро Мифуне в одном фильме. Семенкул Чокморов – явление незаурядное, безусловно и бесспорно. Все его признают, все преклоняются перед его талантом. Но я думаю, что здесь существует глубинная связь не только
между его способностями художественными, но и качествами сугубо человеческими. Вот в нашей среде, в среде киргизских терапистов и вообще среди киргизской интеллигенции он пользуется авторитетом человека очень надежного, справедливого в своих суждениях. Именно это и позволяет ему проявить себя и как выдающийся киноактер, я сказал бы, не в меньшей степени, и как художник. Я так думаю, что те достижения, которые были, они напрямую связаны, достижения киргизского кино напрямую связаны с Чохморовым. Я бы сказал, именно Чохморов явился вот неким эталоном от киргизского киноискусства. Эталон в данном случае я беру как понятие высокой степени мастерства и внутренней гармонии. Я хотел бы снова вернуться к тому, что он все-таки живописец, уверенно смотрящий на окружающий мир и умеющий изображать столь значительно и столь крупно, как он это видит и чувствует. И я всегда думаю, что человек должен уметь увидеть значение, красоту той природы, того мира, где он возник, где он живет. Для этого нужен художник. Он должен остановить наше внимание, наши глаза и нашу мысль, безусловно, именно на том, что является вечным, и что было до нас, и что будет после нас. Большое место в творчестве Чохморова занимает образ старейшего литератора Киргизии, Манасчи, рассказчика народного эпоса Манас, Саубая Каралаева, которого он изображает в ряде своих картин. Манасчи Саубая Каралаев был действительно великим человеком, который во многом определил мою судьбу как актера и художника. Он знал наизусть миллион строк древнего киргизского эпоса «Манас». Каралаев сохранил и нес мистерическую память киргизского народа. Его называли Гомером 20 века. Он был актер, наделенный гениальной фантазией, поражая богатством своего облика, мимикой. Вот где я поистине учился актерскому мастерству. Фактически я всю жизнь пишу его портрет. Я не считаю себя счастливым человеком. Я, знаете, счастливым в чем считаю? Что я поглощен творчеством. И вот этот процесс внутренней борьбы, вот, осуществить вот эти творческие планы, свои замыслы в поисках, вот в этих мучениях, может быть, я нахожу какое-то счастье. Счастье, по-моему, само по себе не приходит, я так думаю. Счастье надо добиться, тебе надо очень-очень много работать. Тогда почувствуйте и труд, и мучение, и сам процесс. Но ведь творчество так не бывает. То, что задумал, то, что хочешь, очень трудно его достигнуть. Если вот достигнешь вот того, что задумал, по-настоящему достигнешь, вот это и есть счастье. Семенкул Баке, в последнее время вы редко появляетесь на киноэкране. Да, я сейчас почти не снимаюсь. Это в связи с болезнью. Ну, очень обидно, конечно, сейчас. Такое время, казалось бы, и какой-то определенный опыт набрал, творческий, жизненный опыт. И в плане были много задумок, сниматься, работать. Ну, к сожалению, сейчас я нахожусь на лечении. И приходится отказываться от съемок. А предложения есть, да? А предложений, да. Очень, даже много приглашений. И в наших
в нашей стране киностудии. Из-за рубежа тоже были приглашения. Пришлось отказаться. Обидно. Ну, сейчас снимается документальный фильм. Я как-то с удовольствием согласился, но все-таки я надеюсь, что мне силы хватит хоть на документальный фильм сниматься. Ну, вот, мне это очень, конечно, сразу наталкивает на воспоминания, как вот мы выезжали, так сказать, на съемочную площадку. Это же очень интересно, конечно. Тем более для художника. Это новые места, пастбища, чабаны. Сейчас здоровье мне не позволяет ездить по республике, встречаться со зрителями. Но однажды чабаны Тусамыра пригласили и послали вертолет. Тут я не смог отказаться. В таких случаях забываешь о своей болезни, о своих горестях. Да и мне очень нужны такие встречи. Довелось побывать во многих странах мира. Эти поездки остались в моих картинах, этюдах и воспоминаниях. Невозможно забыть пирамиды Гизи, стены Тауэра, древнюю культуру самых разных народов Земли. До сих пор я живу этими впечатлениями. Но где бы я ни был, где бы я ни находился, в моих чувствах и мыслях
Всегда мой родной Чулташ. По-особому люблю Чулташ, где родился и вырос. Это село меня воспитало, она меня вывела в люди. Здесь мой отчий дом, живут мои родные. Я знаю здесь каждого человека, его судьбу. Все здесь дорого для меня, для моего сердца. Буквально каждый дом, каждая улица, каждый тополь, ну и старики, старухи, дети моего села. Все они герои моих картин. Всем я обязан им. Без них я был бы никто. В судьбе все сложилось так, что теперь все силы я даю только живописи. И все чаще задумываюсь о смысле человеческой жизни. Наверное, она в том, что надо все-таки побеждать. Не сдаваться. Думать, работать, искать. Все это очень важно для художника. У каждого человека есть свои трудности, сложности. Их надо преодолевать. Лично мне с детства приходилось бороться со многими болезнями. Может, от того, что я был самым младшим в семье, слабым родился. Мне эта борьба в какой-то степени даже закалила. Как у всякого человека, у меня много самых разных планов и замыслов. Мечтаю сыграть новые роли, написать новые картины. И так хочется, чтобы все это осуществилось. Ergi tartan, ekim ölseyi, kın derim.
пил пить росную воду с ладоней моих. Знаю, что уже седок ему не тихий предназначен. Я был отцом, что тащил груз жизни, как вол. С ним ухожу, чтоб ты нес свою лишь поклажу. Запомни, мой сын Тимиртас.